11 часов, убегаем с пляжа. Сегодня море теплое, волны с утра практически не было, сейчас небольшая поднялась. Ну и народ, соответственно, набежал, как бешеный. Но все равно место, где лечь, еще навалом. Народ развлекается. Набежала тучка, чуть-чуть капает дождик. Но народ уходить не собирается, потому что море сегодня просто сказочное. Народ гуляет по набережной. Набережная здесь хорошая, и пешеходная дорожка, и велодорожка отдельно есть. Даже немножко зелени, что особо важно для нас, так как мы с собачкой здесь. Но, как всегда, постепенно коммерция отвоевывает бесплатные пляжи. Видите, ставят навесы, лежаки. Не только переносные зонтики, но и стационарные навесы. То есть, считайте, это уже кусок пляжа пропал для простых отдыхающих. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.